Идет дальше и раменский «Сатурн», также в серии после матчевых 11-метровых, одолевший лидера первого дивизиона ярославский «Шинник». Основное дополнительное время также закончилось 0-0. Хотя поначалу гости получили преимущество. Раменчанин Мор пробил выше ворот, а вот ярославец Новгородов оказался точен. Ситуация выровнялась, когда вратарь хозяев Помазун в прыжке отбил удар Шкапенко. Кульминация наступила при счете 4-4. Ляпкин вогнал мяч точно в девятку, а вот в дуэли со Скоковым победителем вновь вышел голкипер «Сатурна».